Добрый день, с вами супермаркет «Семян». И сейчас мы находимся на главной странице сайта «Семена ЦЦ». Сегодня я покажу вам, как можно быстро найти товар на сайте. Сайт предлагает нам два варианта поиска. Первый – это просто ввод названия нужных вам семян в поисковую строку. Допустим, нам нужно найти семена огурца «Амур». Просто вбиваем «Амур» в поиск и видим, какие результаты он нам выдает. Замечаем, что «Амур» – это не только семена огурца, но еще и нескольких других культур. Но так как нам нужны семена огурца, мы выбираем их. И таким образом мы нашли нужный нам товар. Давайте рассмотрим вкратце карточку товара. Здесь мы можем узнать нужную нам информацию про интересующий нас товар. Мы видим производителя данных семян, который уже указан в самом названии товара. Дальше идет список упаковок, которые нам предлагает супермаркет «Семян», и цена напротив каждой, что очень даже удобно. Также сайт автоматически просчитывает цену. Вы можете поставить нужное вам количество упаковок, и цену подтянет автоматически. Далее кнопки «Мгновенный заказ» и «В корзину». Список телефонов компании для оформления заказа по телефону. Еще на сайте вы можете задать вопрос или же заказать обратный звонок. Опускаясь ниже, вы можете ознакомиться с характеристиками товара и прочесть его описание. Если же у вас возник вопрос, то вы можете воспользоваться онлайн-консультантом. Это один из вариантов поиска нужного товара. Он удобен для тех, кто точно знает, что ему нужно. Вернемся на главную страницу сайта. Давайте для примера мы оставим все те же семена огурца «Амур» и предположим, что мы забыли его название. Но знаем, что нам точно нужны семена партенокарпического раннего гибрида огурца. Для поиска этого товара нам поможет фильтр. Перед нами категории товаров, и среди них мы можем с вами найти семена огурца. Вот они. Есть еще один вариант найти нужную категорию. Это просто достаточно навести курсор мышки на скрытое меню, и тут же мы с вами находим семена огурца. Нажимаем на них. Итак, у нас открылась страница категории. Благодаря фильтру мы можем выбрать любого нужного нам производителя семян, выбрать нужный ценовой диапазон и упаковку. Но мы вернемся к нашим семенам и выберем в фильтре вид огурца, партенокарпический. И постепенно сайт убирает ненужные нам товары. Допустим, с местом выращивания мы еще не определились, но знаем, что нам нужен гибрид. Нажимаем на него. И по срокам созревания это ранняя культура. И теперь сайт с помощью фильтра подобрал для нас нужные нам варианты. Все названия идут в алфавитном порядке, и пролистав вниз, мы с вами тут же находим семена огурца «Амур», которые мы искали. Также у нас есть возможность ознакомиться с другими любыми семенами, похожими по характеристикам. Допустим, если вы не знаете, какие выбрать семена, например, «Амур» или тот же «Анзор», вы можете добавить эти товары в список к сравнению. Добавили «Амур» и добавили «Анзор». Для того, чтобы найти эти товары в списке, поднимемся немного выше. И здесь вы увидите, будет кнопка «Сравнить». Нажимаем на нее. И перед нами два товара. Мы видим их название. Мы можем просмотреть их цену. Немного подумать и выбрать то, что, по вашему мнению, вам подходит больше. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.